Так, ну что, всем салам алейкум, как говорится, у нас на Украине. Значит, получил я посылочки с Алиэкспресса только что, даже вот не переодевался. Короче, решил, пацаны и девчата, распаковать. Не знаю, выйдет ли этот видос, если вы смотрите, он не вышел. Погнали, короче. Никогда в жизни мне так не приходило. Всегда я приходил на почту, было вот по одной такой хрени. А тут, короче, прихожу на новую почту, и такой пакет еще просто. Короче, я снимаю на свой телефон, другого у меня нет. Так что я не знаю, может, второе видео выпущу, как оно на телефоне смотрится. Это в основном должны быть чехлы, но я и заказывал всякие другие хрени прикольные. Так, сука, это чехол первый лот. Так, а ну как они смотрятся? Вот. Короче, это Лиза себе заказала, в общем, ну, не знаю, ну, классный, наверное, прикол. Так, если вам интересно, потом скажу, сколько каждый чехол вышел, там вообще копейки. Так, это опять Лизин, что ж такое? Вот опять Лизин, очень красивый, классный. Сейчас посмотрим. В общем, не знаю, ну, он такой красивый, блестящий, ну, конкретно женский, но я бы такой бы не смог бы носить, хотя у меня тоже есть розовый чехол, как вы можете знать. Так, распаковываем следующий. Дал я где-то месяц плюс-минус эти чехлы, какие-то полтора, вот если сейчас посмотрим. Ух ты ж, ёпта. Кошмар. В общем, да, я не уверен, что ты это заказывал, потому что я уже не помню, но, в общем, это типа закос под Louis Vuitton, сейчас, ну, свет у меня тут есть, выглядит максимально в руках, ощущается, блядь, ощущается дешмански, вообще прям, и вот, это, вот здесь вот, эта хрень вообще очень плохо набита. Так, сейчас я Чарли заткну, на секунду. Если получится это вырезать, вырежу. Если нет, то, блядь, вставлю. О. Так. Продолжаем. В общем, этот чехол меня вообще разочаровывает. Но он, а он должен был быть вообще крутым. Он по качеству, вот он липкий. Вот пальцы прилипают, я не знаю. В общем, залупа, конечно. Ну, бывает и такое, что. Но он стоил нормально. Этот чехол точно сатен стоил. Хотя, может быть и дешевле. Так, следующий у нас тут. О, это я себе заказал. Вот это очень круто. Сейчас буду смотреть. Тут есть еще вот такая хрень. В общем, сейчас секундочку. Это авокадо. Чехол в виде авокадо. Значит, он вот так вот одевается на чехол. Ой, блин, на телефон одевается вот этот чехол. Здесь, как я понимаю, вот такая штука, клейкая лента, типа. Вот она отдирается. Вот так делается. И типа ты телефон. Вот, он можно, короче, в разных его местах как-то. Типа вот так, вот так, вот так, как хочешь. В общем, тоже, блядь, надо разобраться. Но выглядит, блядь, прикольно. Типа, прикиньте, здесь авокадо такой летаешь, типа. Авокадо, сейчас ближе покажу. Авокадо, блядь. Ну, это угарно. Так, ладно. Ой, я так быстро чисто прибежал, даже тут не прибирался, так чисто. Решил бахнуть обзор на скорую руку. Ебать, и здесь два еще чехола. Не быть мне этим самым видеоблогером. В общем, это Лиза заказывала. Это какие-то, блядь, джунгли или... Не джунгли, не знаю. Интересно, у меня будет монетизация на этом ролике? Я же специально одел этот Чикаго футболку, чтобы как бы, ну, не забывали, кто на проводе. Ну, он, кстати, мне нравится, такой прикольный, милый довольно чехол. Прикольный. Так, и это мне чехол. Не знаю, как вы, пацаны, оцените, бабский он или нет. Сейчас.
Ну, короче, вот так вот он выглядит. Потом, типа, как я понимаю, вот такое, вот эта штука оттягивается. И ты, типа, телефон можешь вот так вот держать, чисто ходить, угорать, там, ну, типа, салам алейкум и все остальное. А потом взял, получается, вот так чисто чик, и все, и он как бы обычный, прозрачный, ну, такой добротный. Вот этот прикольный, это один из топов. Отложим его сюда, вот этот топовый. Авокадо вообще вне конкуренции. Дай бог, чтобы там видно было. Так, сейчас, секунду, водички попью. Так. Так, 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 у нас тут еще, ебать. Конечно, что я тут насорил. Это все портит контент. Ай. Так, это говно, конечно, это тоже говно, это... Так, дальше идем. Я не знаю, мне, ну, Алик может по-другому стало работать. Вот я с первого курса, это уже 5 лет, я заказываю всякие чехлы себе там, начиная с 6 плюсов. Но так мне никогда еще не приходило. Так, это Лизен, ну, такой себе на самом деле. Я думаю, он будет ярче. Хотя блестит, ну вот. Он как бы отблескивает там что-то, сердечко, типа вместо яблочка. Не знаю, что это, ну, я не техноблогер, мне можно. Сюда. Так, что тут у нас? Блин, хоть бы успеть, пока Лиза не пришла, а то она придет и испортит мне все дубли. Но я не спеша. О-ля-ля. Это же, конечно, качество, блядь. Чехольчик Off-White. Да, 2020 год, согласен. Off-White такое себе, но я взял его, потому что мне понравилось, что тут нет вот этого white написано, просто off, стена, полоски, типа такой немножко протестный телефончик, на контрасте с авокадо его было бы носить, я думаю, бы прикольно, типа, знаете, как оно от настроения, пляшем. Так, это выкидываем. Так, идем дальше. У нас осталось сколько? 2 чехла. Что тут у нас осталось? Ну да, все чехлы. Мне еще там куча ништяков едет. Уже не чехлы, а именно такая годная тема. Не буду раскрывать всех секретов, но есть приколы всякие. Поэтому посмотрите. Уф, вот этот я недавно заказывал. Это сильный. Это сильный. Уф. Да, ребята. Чехольчик. Топ. Ближе поднесу. Понял, типа изики 350-е. Я думаю, я ж как бы, ну, непосредственно участвую в их распространении. Поэтому, думаю, взять было бы прикольно. Он, видите, такой рифленый. То есть, он вот он самый дорогой, наверное, из всех моих чехлов, вот этот. Точно не помню, сколько он там вышел. Потом напишу. Но он вот прям максимально крутой. Аж не терпится его одеть прям. Типа кроссы такой, знаете, на почту захожу отправлять кроссы, и сразу понятно, кто я такой. Так, это однозначно топ. Это вообще мой лидер пока что. А, так, смотрим дальше. Блин. Самое обидное будет, если видос там не идет. Я ж не могу сейчас проверить никак. Это Лизен чехол. Я уже вижу по... отверстием под камеру. Вообще, чехлы классная штука. Ух ты. Ну, он в пленочке, я пленочку не буду снимать, пусть сама снимает. Но этот тоже такой годненький, он такой, как 3D-шный выполнен, то есть, как камушки такое. Нормально. Вот, собственно, и все. Значит, составляем топы. Значит, Лизен вот этот, мой этот. Изиковский. Ну, Лизин их, ну, не знаю, ну... Нет, они очень. Ну, авокадо мой мне еще понравился. А, и вот этот. Так, и Лизин вот этот. Все, короче, нет, авокадо, ну, это настроение, ну, не сегодня. В общем, мне больше всего понравились, как они выглядят. Вот эти два. Прям такие черный-белый еще и получается.
И Лизины классные, по-моему, вот эти. Вообще, с Алика прикольно заказывает. Ты, получается, заказываешь и ждешь, когда оно придет, уже забываешь, что ты вообще заказал, заказывал ли ты это. А оно приходит, ты уже забыл, что ты там потратил какие-то деньги на это, потратил там время, ты там искал что-то, думал, выбирал. И ты уже забыл такой, забил на это. И оп, тебе приходит, знаешь, как подарок от с прошлого себя, тебе же. В общем... На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, не ставьте ничего. С вами был Chicago Bulls. До свидания, пока.